Обращение граждан для городских служб сегодня вопрос номер один. Для удобства и быстрой связи с жильцами создали даже телеграм-бот «Моя республика». За неделю он собрал более 12 тысяч пользователей. Выполнение заявок пристально контролируется. Если, к примеру, касаемо вопроса уборки территории, либо уборки подъезда, то, конечно, день в день мы реагируем. Если, соответственно, работы, по которым необходимо проводить торги, то мы, соответственно, начинаем реагировать, проводить торги, тоже оперативно выполняем данные виды работ. Были обращения граждан по улице Солтеса, 54, установить детское оборудование, песочницу, дорожки отремонтировать. Было закуплено детское оборудование, песочница, соответственно, современная, горка. И выполнены были ремонт дорожек. Двор фактически преобразился после данных работ. Асфальт был лопнут, поломан, восстановили. Но эту вот дорожку, которую мы идем на остановку, очень хорошо сделали, мы довольны. Существуют и другие, но уже офлайн форматы, с помощью которых можно сделать дворы Минска лучше. Один из них так называемый КАТОС. Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления, он существует при каждом жилищно-эксплуатационном участке. Их в Минске около 100. Я один из председателей коллегиального органа территориального общественного самоуправления. Зовут меня Устинович Владимир. Занимаемся благоустройством и не только. Любые социально-экономические вопросы, которые интересуют жителей нашего микрорайона, все это относится к нашей компетенции. Я постоянно нахожусь на связи со службами ЖКХ, с администрацией Советского района. И именно связка, то, что мы совместно это все делаем, позволяет нам определенных результатов добиваться. В частности, здесь во дворе это была лестница, детская площадка, это была пешеходная дорожка. Были очень старые и дряхлые качели, на них было страшно даже наступать. А сейчас дети могут сесть и нормально общаться. Вот даже на велосипеде едешь, и раньше тыдых-тыдых-тыдых-тыдых, а сейчас можно спокойно ходить, на самокате дети катаются. Раньше здесь ставили машины, и пешеходы ходили вот по асфальту, прямо между машин, вот так вот. Но сейчас лучше, вот огородили нормально, можно проходить. Нам ходить хорошо. Те работы, которые требуют составления сметы и выделения больших средств, это те же дорожки, те же тротуары. Здесь, конечно, это заслуга города и заслуга советского, это ЖКХ Советского района. Кроме того, для оперативного получения информации о предстоящих субботниках или других событиях ЖКХ созданы телеграм-каналы каждого столичного района. Советуем подписаться всем минчанам. Для этого нужно ввести в браузере ссылку на телеграм-канал и присоединиться. Полный список по районам ищите в описании под этим видео.